Господин Халилов, поздравьте, пожалуйста, Медведева Путина с праздником. Праздником. Пожелайте. Спасибо вам большое. Восхищаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. Восхищаемся. Поздравляю. И второй президент Медведева праздник. Тоже. Спасибо большое, господин Халилов. Восхищаемся. Спасибо. Thank you.
32-го международного фестиваля Дмитрия Анатольевича Медведева, 32-го Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Владимиру Екатерине, Владимиру Путину. Молодец, звонил нам и спрашивает, вот как вот, хорошо ли я был, у тебя получается здорово просто. Высшие награды 32-го Московского международного фестиваля и фестиваля «Слава и честь России» вам, самым красивым мужественным людям на планете, главным героям России и планеты, самым главным человеку 2010-2011 эпохи Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, вам, главным героям России и всей планеты. Поздравляем вас, мы творческой группой Нестеровы-Метлицкие. Голосуем вместе со всеми участниками 32-го Московского фестиваля Никита Сергеевича Михалковского, пожалуй, Быстрицкой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, партии «Единая Россия». Спасибо. Поздравляю вас с высшими наградами Медведеву, Путину, Михалкову и вам. Да, второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева. Курсу Медведева, Путина, партии «Единая Россия».